Рубрика «Нам здесь жить» получила отклик у горожан. В нашу редакцию пришло письмо от одного из жителей Ноябрьска. В нем автолюбитель попросил пояснить некоторые нюансы организации дорожного движения. Совместно с экспертом Всероссийского общества автомобилистов мы попытались разобраться в ситуации. Подробности у Ксении Епишевой. В своем письме один из жителей Ноябрьска попросил пояснить организацию движения вот на этом перекрестке Мира Холмогорская. Автолюбителя смутил тот факт, что при движении, к примеру, прямо с улицы Холмогорской, водитель вынужден пересекать тротуар. И непонятно, следует пропускать пешеходов или нет, ведь здесь нет знака пешеходного перехода. Как пояснили эксперты, он здесь и не нужен. Для пешеходов дополнительных знаков не нужно. Почему? Потому что они двигаются по тротуару, который проходит вдоль проспекта Мира. И устанавливать какой-то пешеходный переход или что-то еще, это не должно быть такого. Потому что это прилегающая территория, и водитель при съезде на прилегающую территорию, согласно правилам, должен и обязан уступать дорогу пешеходов. Хотя в администрации города возможность его установки рассматривают положительно. По мнению специалистов отдела транспорта, зебра здесь необходима. Это въезд на автостоянку. Соответственно, здесь необходимо установить либо пешеходный переход и дополнительно дополнить секциями движения для пешеходов. То есть это нужно проработать дополнительно. Светофор ставить, когда на пешеходный. Нет, светофор у нас вот здесь вот будет, получается. Но он уже здесь стоит. Стоит автомобильный, да. Т1. Необходимо еще дополнить его именно пешеходными переходами. Угу. Но это дополнительно рассмотреть нам нужно будет, данный вопрос. А вот теперь давайте разбираться. Перекресток здесь Т-образный, то есть этот спорный участок дороги к проезжей части не относится. Это прилегающая территория. Соответственно, по правилам, при въезде на прилегающую территорию водитель обязан пропускать пешеходов. И для этого ему не нужно никаких дополнительных знаков. В принципе, это нам подтвердили и в госавтоинспекции. Но есть еще один любопытный момент. Очередность проезда на этом перекрестке. При выезде с прилегающей территории здесь есть светофоры. Многие водители автоматически считают прилегающую территорию проезжей частью. В данном случае обоснование светофора, конечно же, имеет. Просто пытаются ограничить, выезд с прилегающей территории, чтобы водители выезжали с прилегающей территории на перекресток пачками. То есть не постоянный, чтобы выезд был, а чтобы они компоновались, то есть где-то при подходе к перекрестку и уже на зеленый сигнал спокойненько выезжали на перекресток. Получается, что в какой-то степени светофор вводит водителей в заблуждение. Всем тем, кто водит авто, известно наверняка, при повороте налево уступаем встречному автомобилю. То есть сегодня ситуация выглядит так. Но при этом правила обязывают при выезде с прилегающей территории на дорогу уступать тем, кто по ней двигается. Выходит, что правильная очередность проезда выглядит таким образом, так что на этом перекрестке еще есть над чем поработать. Значение сигнала светофора, оно не отменяет требования выезда с прилегающей территории. И водитель при выезде с прилегающей территории также обязан уступать дорогу другим водителям, ну и пешеходам тоже. Правда, пока недочеты не будут устранены, специалисты советуют не экспериментировать, ездить так, как привыкли. Так, во всяком случае, пока безопаснее. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Кстати, знаки на некоторых улицах города изменились. В рамках рубрики «Нам здесь жить» наша съемочная группа совместно с экспертами Всероссийского общества автомобилистов еженедельно разбирает спорные моменты на перекрестках и городских улицах. И вот уже появились первые результаты. Так, на улице Советской знак «Остановка запрещена» между киосками исчез, как в принципе и пообещали в администрации города. С этой же улицы убранный знак «Поворот налево запрещен», установленный не по ГОСТу. Его сменил знак «Движение прямо», который запрещает поворачивать налево к одному из магазинов. Но и самое существенное изменение, особенно в области безопасности, это появление дополнительной таблички на изыскателей. Здесь под знаком «Уступи дорогу» не было знака, указывающего конфигурацию перекрестка, что могло стать причиной серьезной аварии в случае, если светофор выйдет из строя.